Я снова всех приветствую на своем канале. Снимаю очередную часть видео о своих запасах. В этой части я хочу вам показать свои дезодоранты и мыло, кусковое и жидкое. Ну и давайте же начнем. Первый дезодорант — это у нас компания Delicare Крем. Называется он Soft, объем большой. 200 мл, покупала в магазине «Улыбка радуги», по-моему, что-то в районе 100 рублей по какой-то акции. Я нахожусь в поиске бюджетного аналога Dove, до сих пор найти не могу. В принципе, вот эти дезодоранты, они неплохие, вот. Но если я ими долго пользуюсь, вот, то они у меня начинают вызывать аллергию. Вот. А так, в принципе, они неплохо работают. Конечно, с каким-то таким очень большим потоотделением они не справятся, но вполне себе, как бы, то есть, работают неплохо. Вот. Я всегда в использовании, у меня стоит мой дезодорант любимый Dove, который никаких проблем у меня не вызывает, и какой-нибудь более бюджетный. Просто я вот так вот чередую, экономлю, по-другому не скажешь. Два последних дезодоранта Dove остались у меня. Это Invisible Dry. Проверено на 100 цветах, увлажнение крема. Очень не люблю по аромату эти дезодоранты, честно. Вот они считаются как с серой, там с белой крышечкой. Мне не нравятся они по аромату. Но что делать? Буду пользоваться, потому что других нет. Буду ждать какой-то акции на Dove, буду искать какие-то выгодные цены. Ну, иначе просто никак. Очень дорого, 200 рублей, девочки. Но это просто неподъемная цена, ужасно просто. От компании Faberlic у меня есть дезодорант из серии La Creme со освежающей мятой и молочными протеинами. Показывала вам такой гель для душа, шампунь, бальзам для волос. И вот приобрела себе вот такой вот дезодорант. Очень мне понравился, радует меня здесь вот этот зеленый шарик, девочки. Для домашнего использования он просто идеален. Честное слово, мне нравится. Немножко им пользовалась, отставила в стороночку. Просто нужно было протестировать, что он из себя представляет. Протестировала, правда классный. Тоже уже полюбившийся мне дезодорант от Faberlic, это у нас чистота лотоса. Для домашнего использования также абсолютно идеальный вариант. Мне нравится здесь аромат. Буду покупать, девочки, по бюджетным ценам можно взять, да еще со скидкой 20% консультанту, еще дешевле выходит. В подружке по распродаже я приобретала вот такой дезодорант. Это Garnier Mineral невидимый, защита от следов, пятен, выцветания. На черном, белом и цветном, типа, он не оставляет пятна. Девочки, я честно даже не помню, когда последний раз пользовалась дезодорантами этой марки, поэтому я даже не знаю, как он будет работать. Вот. Но я вроде слышал, что девочки хвалили. Ну, не знаю, посмотрим. Мне самое главное, чтобы дезодорант у меня не вызвал никаких аллергических реакций, иначе будет беда. И последний дезодорант, который у меня стоит в запасах, это натуральный дезодорант от Либридерм. Алюмокалевые квасцы, 100% натуральные. Это вот такая вот водичка прозрачненькая. Один у меня сейчас такой стоит в использовании, пользуемся и я, и ребенок. Что я хочу сказать? Абсолютно никакого аромата он не имеет. После бритья никаких раздражений не вызывает. Все хорошо. И вы знаете, на самом деле был такой момент, я дезодорантом пользуюсь с вечера. То есть я с вечера использую и с утра встаю, как бы просто обновляю. Вот. Я могу ополоснуться, я могу не ополоснуться, но просто я обновляю. И один раз я очень торопилась и забыла обновить дезодорант с утра. Вот. И, к сожалению, также в ванну у меня не получилось сходить. Что я хочу сказать? В конце рабочего дня никакого неприятного запаха от меня не было. Значит, друзья, дезодорант реально работает. Конечно, от... именно выделений влаги, скажем так, он вас не спасет, вот, но от запаха действительно спасает. Проверила на себе, 12 часов беготни, вот, то, что спаришься, зажаришься, девочки, работает. Мне в этом плане он понравился. Очень долговечный, пользуюсь им уже, ну, в районе где-то около, наверное, месяца, недели три, девочки, вот не знаю, вот столько только использовала. Очень просто экономично в использовании. Да, цена не бюджетная, но оно того стоит. Ну и все, давайте же наконец-то приступим к мылам. Всего лишь одно жидкое мыло у меня лежит в запасах. Вы представляете, это просто какой-то караул. Приходило мне оно в подарочек. Это бархатные ручки, ароматерапия, нежность лепестков. Два эфирных масла, роза и жасмин. Объем у него 240 мл. Девочки, я даже не помню, когда последний раз этим мылом вообще пользовалась от бархатных ручек. Что кусковым, что тем более жидким. Очень приятный аромат. Храню в запасах.
Пока что-то себе не куплю, ставить ничего не буду в использовании. Очень жалко. Приятный аромат, скорее всего, оставлю на холодное время года, потому что здесь идут два эфирных масла. Ну и давайте же перейдем к кусковым мылам. Также приходило мне в подарок вот такое классное мыло от Kerasis. Объем у этого мыла не подготовилась. Не подготовилась, по-моему, да, 100 грамм. Очень приятный аромат. Я, естественно, его вскрыла. Вот так оно внутри выглядит. Оно светлого цвета. Я думаю, оно бежевое, не белое. Аромат просто невероятный, девочки. Описывать, к сожалению, ароматы я не умею. Но мне почему-то кажется, здесь вот смотрите, нам пишет, что роза, спелые фрукты. Вот фруктовый аромат, я здесь четко слышу. Попробую я этим мылом как-нибудь помыть тело. Честно, рискну. Очень хочется, потому что мыло по аромату меня просто безумно покорило. Надеюсь, что оно ничего плохого на моей коже не сделает. Ну, а если что-то вдруг, ну, тогда будем, конечно же, мыть ручки. Следующее, боже, опять я заговариваюсь. В общем, каждое видео я заговариваюсь. Следующий кусочек – это мое любимое мыло от завода братьев Крестовниковых для дам и господ парфюм и бальзам. Это называется «Где были мои глаза, когда я покупала его». Посмотрите, какой кошмар. Здесь разрезана упаковка. Но, слава богу, там еще внутри обернута бумажкой. Вот, аромат не выветрился, самое главное. Объем у кусочка 190 грамм. Очень большой кусок, друзья, но он никогда нам не надоедает. Это настолько нежная пенка, это настолько приятное мыло. Его классно держать в руках, им здорово мыть ручки. Аромат, ну, бесподобный, просто бесподобный, друзья. Это что-то на вроде кремового аромата. Я безумно люблю такие ароматы, поэтому это мыло стало моим любимцем. Покупать буду всегда, когда встречаю его именно по акциям. Ну, конечно, когда подобью свои запасики, покупать буду чаще. Далее. В магазине Ашан я приобрела вот такой кусочек мыла, называется Мон Пари. Честно, я не помню, сколько он стоил. Объем у него также большой, по-моему, также 190 миллилитров или миллилитров, извините, 190 грамм или 200 грамм даже. Не могу найти. Очень также приятный цветочный аромат. Кому интересно, почитайте, что здесь пишет производитель. Называется «Солнечные блики». Так я и не нашла вес этого куска, нашла 200 грамм. Тоже большой кусочек, но я надеюсь, что оно нам понравится. По аромату, конечно, порадовало. Далее покажу вам два кусочка мыла от компании Dove. Первое, это, ну, естественно, мое любимое, оригинальное для питания и увлажнения. 1/4 увлажняющего крема, 135 грамм. Обожаю оригинальный Dove и вообще Dove люблю прям чистой любовью. И еще один кусочек. Это у нас здесь с кокосом. Кокосовое молочко и лепестки жасмина. Объем также 135 грамм. Очень приятный аромат. Пока пускай лежит в запасах. Следующий кусочек. Это компания Фа. Туалетное мыло. Кокосовая вода с экстрактом кокоса. Очень приятное мыло. Я могу его открыть. Выглядит оно вот так. Полосатенькое. Очень приятно пахнет. У меня есть такой гель для душа. У меня есть от Шаумы шампунь «Кокосовая вода». Все соберу в кучу и буду также с удовольствием пользоваться. Обожаю парочки. Очень мне нравится вот эта вот комбинация. Небольшой кусочек у меня есть от компании Dove. Он у нас идет «Прикосновение свежести». Прикосновение свежести, объемчик у него 100 грамм, ну, с огурчиком. Очень приятный свежий аромат, но все равно вот эти нотки, конечно, оригинального Dove в каждом кусочке, конечно же, присутствуют. Мыло, которое меня покорило просто своим качеством, это компания Delikea. Конкретно это у нас идет сладкий абрикос и цветы магнолии. Очень приятный аромат. Настолько приятный аромат, действительно фруктово-цветочный. Девочки, просто потрясающий. Объем 100 грамм. Его можно купить в магазине «Улыбка радуги». Однозначно могу вам советовать. Оно не такое дорогое, но очень классное по качеству. Я могу сравнить даже мыло Delikea с мылом от компании Dove. По качеству они очень схожи.
кусочек мыла, которого, знаете, приходил мне в подарок. Сейчас будете смеяться и дурочкой называть. Это Планета Спа от Иван, безмятежность Прованса с экстрактом французской лаванды и жасмина. Открыла, пару раз ручки им помыла, девочки, и убрала. Вот честное слово, и убрала. Ой, у меня он в пакетике лежал, из пакетика вылезла, девочки. Но не могу, жалко. Мне настолько жалко, невероятно приятный аромат. Вы знаете, даже забегая вперед, скажу, что у меня есть такой и крем для рук тоже. Вот возьму, достану, ручки помажу и уберу. Не могу, жалко, очень классные, нравится просто, ну вообще потрясающие. Вообще я могу сказать, что Планета Спа, линеечка от компании Avon, конечно, меня радует. Мне девочки прислали в подарок и маску, вот, и скрабик. Вот, очень нравится, все очень нравится, это просто потрясающие продукты. Но цена, конечно, да, не бюджетная. Покажу вам вот такой комплектик, скажем так. Это такая, как не спаечка, экономичная упаковка. А 4 кусочка по 75 грамм, всего 300 грамм. Это мыло Абсолют. Абсолют с алоэ. Покупала в магазине, по-моему, Спар за какую-то бюджетную цену. Ну, Абсолют, это, скажем так, дешевый аналог, ну, лично для меня, Сейфгарда. Поэтому я решила приобрести. Небольшие кусочки пускай будут. Так, вот такой кусочек антибактериального мыла La Fresh ультразащиты у меня есть. Покупала в магазине Магнит. Ну, мыло как мыло, честно говоря, никакого аромата у него нету. Ну, скорее всего, пойдет этот кусочек на постирушки. Следующий кусочек мыла — это Абсолют крем Дикая орхидея. Покупала в магазине Фикс Прайс, объем 90 грамм. Приятный аромат. Там были еще какие-то представлены, но мне по аромату понравилось это. Еще раз повторяю, что крема Абсолют для меня — это дешевый аналог мыла, скажем так, Сейфгард, извините. Ну и давайте к Сейфгарду наконец-то перейдем. Это классическое ослепительное белое мыло. Объем у него 90 грамм, очень люблю, именно классическое. Просто потрясающий аромат, ну и, естественно, защита от микробов. Вот последний кусочек лежит, больше нет, надо будет закупаться. Так, давайте вернемся с вами к заводу братьев Крестовниковых. Вот такой у меня есть маленький кусочек объемом 100 грамм, парфюм и масло. Очень приятный аромат. Девочки, очень приятный аромат. Обратите внимание на эти мыла-мыла, просто потрясающие по своему качеству, по минообразованию. Они просто шикарные, ручки вообще не сушат. И для детей крем и ромашка. Покупала в магазине Fix Price. Также масса кусочка 100 грамм. Следующий кусочек, который я вам покажу, наверное, покажу сразу два. Это мыло Ушастая нянь, крем-мыло детское с алоэ вера и подорожником, и с оливковым маслом и ромашкой. Я всегда покупаю детские мыла, мне нравятся. Эти мыла обладают очень приятным, нежным, кремовым, моим любимым ароматом, поэтому я их взяла уже повторно и буду брать дальше. Также по скидке их можно купить рублей за 20-25. Так, следующие кусочки мыла, которые я вам покажу, это у нас будет компания Деликия. Первый кусочек — это аромат малины и лепестков роз. Объем у этого кусочка, опять я не вижу, 90 грамм. Вы знаете, я не слышу здесь аромата малины и розы, абсолютно не слышу. Но зато чувствуется очень-очень приятный, такой цветочный, вы знаете, даже, возможно, парфюмированный такой дорогой аромат. Очень понравилось мне по аромату. Также покупала в магазине «Улыбка радуги» за очень бюджетную стоимость. Аромат пиона и бергамота. Очень приятное мыло, просто классное. Аромат цветов невероятный. Девочки, просто невероятный, немножко сладковатый, бергамота я здесь не слышу. Это мыло у меня само по себе расклеилось, поэтому давайте посмотрим с вами, что из себя представляет кусочек. Боже, какая прелесть! Какая прелесть! Я надеюсь, вам видно. Очень красиво оформлен кусочек по аромату. Очень приятное, девочки. Ну, классное, классное. Жду, когда у меня там наконец-то что-то закончится, чтобы положить. Потому что крема от Деликея, я еще раз повторяюсь, меня покорили своим качеством. Следующий, простите, кусочек — это аромат лотоса. Также объем у него 90 грамм. Очень приятный аромат. Очень нежный, нежный-нежный такой. Если эти два кусочка обладают более ярко выраженным таким ароматом, да, то этот очень нежный, классный. Ну, девочки, я еще раз повторяю, что мыла Деликея действительно меня очень-очень порадовали.
И недавний мой подарок – это мыло косметическое ручной работы «Бразильская манго». Объем 80 грамм. Также его можно приобрести в магазине «Улыбка радуги». Девочки, это очень классные мыла. Они действительно не киснут в мыльнице. Я теперь даже знаю, из-за чего, представляете? Они не киснут из-за того, что в составе конкретно этих кусочков, которые идут как ручной работы, входит в состав пальмовое масло. У меня сейчас мыльница без слива. У меня это мыло не киснет. Да, там с него течет какая-то водичка. И он лежит, этот кусочек бедный, целый день в водичке, пока я не приду с работы, ни Соня, ни Юра, они не сольют воду. Понимаете, он целый день лежит в воде, и он не киснет. Мыла классный, пенится круто, аромат крутой. Сейчас у меня в мыльнице такой лежит кусочек с гранатом. Девочки, я в восторге, я просто в восторге. Настоятельно всем рекомендую обратить свое внимание на мыла от компании Деликей. Конечно же, если в вашем городе есть магазин «Улыбка радуги». Я просто не знаю, где они могут еще быть представлены, потому что компания Деликей – это собственная торговая марка магазина «Улыбка радуги». Девочки, мыла супер! Единственный кусочек от Palmolive у меня остался. Это Naturel. Интенсивное увлажнение с экстрактом оливы и увлажняющим молочком. Объем 90 грамм. Очень приятный аромат. Я люблю мыла от Palmolive. Очень. Как и Palmolive. Мне нравится. Далее два кусочка мыла у меня от компании Faberlic. Первый это карибский бриз, сочный ананас и карамбула. Покупала вместе с гелем для душа. И второй кусочек ко мне приезжал в подарок, тайский цветок и медовая манго. Очень приятный манговый аромат. У меня был такой гель для душа. Ой, хочу манго, хочу манго, хочу сочности, яркости. Да. Что-то я опять заигралась. Далее мы перейдем с вами к кусочкам мыла, которые у нас Johnson's Body Care. Объем 125 грамм с экстрактом папайи. Очень приятный аромат. Я люблю крема от Johnson's Body Care. Девочки, они невероятно экономичные. Они вот лично мне не надоедают. Руки не сушат. Ну, ароматы, конечно, просто волшебные. Просто волшебные, потрясающие. Следующее мое любимое мыло от Johnson's Body Care. Это преображающее с экстрактом цветка граната. Очень приятное. Я так люблю аромат этой линейки, он просто меня покорил раз и навсегда. И последний кусочек – это питательное мыло с маслом какао. Аромат здесь не шоколадный, а именно какао. Очень приятный, также с удовольствием буду пользоваться. И осталось у меня два последних кусочка мыла. Это у нас компания Johnson's. Детское мыло с молоком объемом 100 грамм. С детским маслом и экстрактом молока. Я очень люблю такой детский крем. Мне почему-то он пахнет ромашкой. Очень приятный аромат. Будем пользоваться с удовольствием. И детское мыло перед сном с ароматом вот с таким. Никогда не могла прочитать, что здесь написано, также объемом 100 грамм. Друзья, все, вот такие вот у меня маленькие запасы кускового мыла, дезодорантов, и одно единственное у меня только в запасе есть жидкое мыло. Буду подбивать, а потом, естественно, буду что-то подкупать. Много новинок вышло, я знаю, среди мыла. Как всегда, много акций, выгодных предложений, все ждут меня. Ну, как обычно, в общем-то. Друзья, ну что ж, я заканчиваю снимать видео о своих запасиках мыла, дезодорантов. Кому интересно, оставайтесь со мной и далее. Естественно, будет дальше много чего интересного. А так, всем спасибо огромное за внимание, за просмотр и всем пока-пока.